Минувшей ночью миллионы православных христиан приняли участие в рождественских богослужениях. Праздничную литургию в храме Христа Спасителя в российской столице отслужил патриарх московский и всея Руси Кирилл. В своем рождественском послании он призвал молиться за мир на Украине. На праздничном богослужении присутствовал и премьер-министр России Дмитрий Медведев с супругой Светланой. Храм Христа Спасителя, построенный в свое время в честь победы в Отечественной войне, посвящен празднику Рождества. В этот день по старому стилю последний наполеоновский солдат покинул Россию. Президент Владимир Путин встретил Рождество в церкви Покрова Пресвятой Богородицы села Отрадное под Воронежем. Столетний храм был восстановлен и освящен в 2001 году. Помимо местных жителей на службе были дети из приюта, действующего при церкви. В нем сейчас получили временное убежище беженцы с Украины. По окончании службы Путин поздравил собравшихся с Рождеством и подарил церкви икону «Господь Вседержитель».